Продюсер Иосиф Пригожин умер. Причем он сам сообщил об этом. Написал своей дочери смс с таким страшным содержанием. Не пугайтесь, с мужем певицы Валерии на самом деле все в порядке, он жив, здоров и даже рассказал о проблеме отцов и детей в эксклюзивном интервью Лайфу. По словам Пригожина, дочь Даная и бывшая жена Елена шантажируют его. Обвиняют в угрозах, поливают грязью в разных телешоу. Хотят вытянуть денег. Даная мечтает о славе, хочет стать моделью или певицей. Елена требует раскручивать дочь. Но Пригожин не согласен. Он не видит у дочери талантов для сцены. Вот это зависть, что почему меня там типа не раскручивают в шоу-бизнесе. Я не занимаюсь раскруткой. Я занимаюсь продвижением талантов, меня путают все время и подменяют понятия. Я занимаюсь продвижением талантов, и неважно, будут ли это мои дети или чужие люди. Если человек талантливый, и он ко мне обратился за помощью или с финансовыми возможностями, я занимаюсь продвижением талантов, я продавец талантов. Продюсер, как мы поняли, живет и здравствует, но бывшая жена уже распродала наследство, которое он оставил детям. Елена говорила журналистам, что пошла на такое безденежье. По словам продюсера, бывшая жена ни дня не работала. Продали квартиру, наследство, которое я оставил своим детям. Почему дети позволили продать квартиру в центре Москвы гораздо дешевле, чем она стоит? Теперь вот Пригожин выдохнул и разорвал все отношения. Вот и написал дочери, что папа для нее умер.